У многих хватает терпения 40 лет ходить на работу за копейки. И не хватает терпения 3 года отдать для того, чтобы выстроить сеть. Но через эти 3 года тебе приходит доход, тебе приходит успех, к тебе приходит свободное время и возможность путешествовать. На сегодняшний день сетевики имеют самые высокие доходы в месяц по сравнению с 90% населения. Сетевики, которые могут позволить себе каждый месяц выезжать по городам, они вообще больше ездят. Поскольку с презентациями приходится объезжать разные города, они больше осведомлены, они больше общаются. Каждый встречный, прежде всего, не друг, не враг. Каждый встречный — это твой учитель. Каждый встречный, он тебя в чем-то превосходит. У каждого ты можешь чему-то научиться. Сетевики общаются больше всех. Потому что работа сетевика заключается в постоянной продаже. Ты встречаешься с людьми и постоянно ведешь диалог, постоянные контакты. Соответственно, это и школа. Это обучение коммуникабельности. Это обучение жизненному опыту. Сетевой бизнес, он вообще выгоден для государства. Почему? Потому что это рабочие места. Социальная значимость в том, что мы даем людям возможность зарабатывать деньги, кормить свои семьи. В конце концов, они зарабатывают деньги и тратят эти деньги здесь же, в нашей стране, даже если это иностранная компания, но зарабатывает он в нашей стране. И тратит он эти деньги здесь, и тратит на образование своих детей тоже здесь, покупает жилье тоже в нашей стране. На самом деле, государство не зря обратило внимание сейчас на значимость этого проекта, на значимость вообще этой индустрии, потому что мы охватываем очень большой пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которые лишились работы, попали под сокращение, молодежи. Но только если подумать, если не MLM сейчас, то что? Ну где сейчас можно нормально заработать с любым дипломом в любом возрасте деньги? Или иди делай карьеру 10 лет, 20 лет, пока ты дойдешь до топ-менеджера, от звонка до звонка, по найму, за копейки, сам себе не принадлежишь. Вообще, как выглядит классический бизнес? Простой, классический, линейный бизнес. Работают одиночки, большие риски, друг другу помощи нет, идет конкуренция. Сетевой бизнес – это командная работа. Каждый лидер заинтересован помочь своим дистрибьюторам, своей команде, своей структуре. И когда ты приходишь в MLM-бизнес, ты никогда не остаешься в одиночке. Это бизнес-команда, потому что твой руководитель заработает только тогда, когда заработаешь ты. Соответственно, ты получаешь серьезную поддержку и помощь. Каждый руководитель заинтересован в успехе своей команды, в успехе каждого из своих сотрудников. Это уникальный бизнес, в котором, помогая другим, ты поднимаешься сам. Это в корне отличается от классического бизнеса волков-одиночек. Кто кого съест, или акулы бизнеса, которые съедают друг друга. Все поддерживают друг друга, потому что каждый друг в друге заинтересован. Руководитель заработает только тогда, когда заработает его команда, потому что он получает процент от работы своей команды, а в команде работать гораздо легче. Недаром процент успеха, процент людей, которые приходят в бизнес и становятся успешными, в MLM-индустрии в 2 раза выше, чем в классическом бизнесе. Из 100 человек, которые занимаются классическим бизнесом, которые приходят в простой линейный бизнес, успеха достигают 10%, остается на плаву из них после всех катаклизмов 1. В MLM-индустрии это достигает 10%. Профессия сетевик, она уникальна. И уникальность ее в том, что когда ты поднимаешься по карьере, помимо того, что ты получаешь возможность реализоваться, заработать денег, у тебя появляется свободное время, у тебя появляется возможность больше времени уделить своей семье. Ты становишься человеком мира, потому что у тебя появляется возможность путешествовать. Сетевики путешествуют больше всех. Если даже зайти посмотреть в социальных сетях, сколько фотографий в разных странах, такое могут позволить сейчас себе только сетевики. Те навыки, которые приобретает любой сетевик, позволяют тебе зарабатывать на ровном месте, в любом городе, в любой стране, в любое время. В сетевом бизнесе есть такая поговорка: рот закрыл, рабочее место убрано. Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто рассказать, дать консультацию и получить в результате за это деньги. Сетевой маркетинг дает возможность получить профессию 21 века. Это профессия сетевик. Человек-универсал. Профессиональный коммуникатор и психолог. Учитель и маркетолог. Экономист и бизнесмен. Промоутер и спикер. Управленец и продавец. Журналист и политик. Актер и дипломат. Философ и просто хороший человек.